только здесь. Товарищ капитан, опять попал! Что, мало? Ну, фрицы проклятые! Сейчас еще, еще! По доносившимся с высоты звукам Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Его не убьют. Я знаю, его не убьют. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы. Тонувшие во мгле в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Скорей. Скорей, пусть скорее кончится этот бой. Это же должно кончиться. Его не будет.